Практически весь декабрь в Даугавпилсе состояла преимущественно плюсовая температура. Погода больше напоминает раннюю весну, чем зиму. А ведь многие ждут рождественских морозов и снега. Если верить прогнозам синоптиков, 25 декабря в городе незначительно похолодает. Уже к вечеру первого дня Рождества столбик термометра опустится до отметки в минус 5 градусов. На следующий день обещают солнечную морозную погоду до минус 8 градусов Цельсия, но без осадков. Снег, если выпадет, то лишь 27 декабря. Таковы данные норвежского метеорологического сайта. Что касается более популярного портала Гисметео, то здесь прогноз более оптимистичный. Если верить российским синоптикам, то 24 и 25 декабря до обеда будет идти дождь. А затем температура понизится и выпадет снег, который, благодаря ожидаемой минусовой температуре, не растает до самого Нового года. С другой стороны, погода на улице не так важна. Главное – встретить праздники в теплой обстановке, в кругу родных и близких людей. Студия телевидения Dautcom поздравляет горожан с наступающим Рождеством. Счастья, здоровья, благополучия и побольше радостных эмоций.